Привет всем подписчикам IntelBet, меня зовут Роман Гуцай. Давайте порассуждаем, что нас может ожидать в матче итальянской серии А между Миланом и Лацио. Милан, на мой взгляд, все-таки под руководством Дженаро Гаттузо пока команда среднего уровня именно в плане организации игры. То получается, то не получается, стабильности нету и качества нету именно командной игры. Лацио абсолютный антипод. В этом смысле Лацио в последних трех турах забил 13 мячей, дважды по 5 и один раз 3 гола ворота соперника отправила команда Симона Инзаги. И Лацио, играющий, в общем-то, от обороны с тремя центральными защитниками, очень здорово может контратаковать. Чиро Иммобили отдохнул в матче против Удинезе, против Милана, я думаю, что он должен появиться на поле в стартовом составе. И мне кажется, что в этой встрече, в общем-то, фаворит именно Лацио. А у букмекеров мнение другое. И мой выбор останавливается на варианте Лацио с форой 0. Коэффициент 2. Я думаю, что это очень неплохо.